Так, 22 декабря 2021 год, Харьков. Впервые за месяц, больше, чем за месяц. Расчистилось хотя бы до такого уровня неба. Сниму хотя бы луну. Леонардо комету мы продевали благополучно. С нашими погодными условиями. На улице сейчас минус 12, поэтому поснимаю-ка я на балконе, решил я для себя. Небо, конечно, совершенно не безоблачное, но не менее лучше. На безрыбье и рак рыба, как говорится. Вот у нас кратер тихо. Плавает, плавает изображение, конечно. Сейчас всю хату выстужу. Ну ладно, сейчас Аристарх вот сниму. Кратер Аристарх. Белесы. Ну, без толку наводиться. Просто лучше не получится, к сожалению. Ну, хорошо, хоть так получилось. Мы за это матушке природе благодарны. Пошли еще. Ну, даже забыл, как кратер. Платон, конечно. Вот он, слева кругленький. Платон, мой друг. Ну, истинное видение. Ладно, видимость явно ухудшается. Находят какие-то еще дымки, туманы. Давай на линию терминатора и там закончим.
Да, не знаю, со смены возвращался, я вижу. Ладушки. Наступающим Новым годом, Рождеством, что верующим. Сколько времени, сынок? 2:10. 22 декабря 2021 года.